Привет! Сегодня все будет очень быстро, легко, просто, из доступных ингредиентов и очень вкусно при этом. Я не знаю человека, кого-нибудь, кто не любил бы слабосоленый огурчик. Для приготовления слабосоленых огурцов нам понадобятся огурцы. Я стараюсь искать, выбирать как можно мельче. Они лучше просаливаются быстрее. Чеснок, укроп, сахар и соль. Берем вот такой зип-пакетик, выворачиваем и отправляем сюда укроп мелко нарезанный, сахар, соль и выдавливаем сюда же чеснок. Чеснок это уже как вы любите. Если совсем чуть-чуть нравится такой легкий оттенок, то и одного зубчика достаточно. Я добавляю 4. Я к чесноку отношусь положительно. Эх, если речь не идет о свидании. Эту заготовку пока убираем в сторону. Теперь берем досочку, нож и срезаем у огурца. Огурцы я предварительно помыла. Срезаем попку и попку, да? Вот то, что у него по краю. Подрезаем, так огурец быстрее, активнее берет в себя все ароматы и пустит хорошо сок, промаринуется, посолится. Забрасываем сюда в пакет подготовленные огурцы. Закрываю хорошенько. И выкручиваю вот так. Перемешала. И убираю в холодильник часов на 10-12. То есть я утром сделала, вечером, в принципе, можно уже кушать. Периодически в течение дня переворачивайте пакет, чтобы все равномерно просаливалось. Вот такая вкуснота, красота получилась. Аромат безумный. Честно, я половину огурцов уже съела, не дождавшись финала съемки. Смотрите, что у нас получилось. Остановиться невозможно. Конечно, чем больше огурцы лежат в холодильнике, тем больше они просаливаются. Ну и так уже хорошо, это у меня прошло часов, наверное, 15. О, боже, как это вкусно. Там можно ставить перед собой вот этот тазик и кушать, кушать. Джек, и тебе, и коты просят огурцов. Я, друзья, выдрала из лап любителей соленых огурцов вот эти остатки. Это то, что осталось от килограмма огурцов. Это очень вкусно. Я думаю, что рассказывать, как это вкусно, вообще не надо. Все вы знаете, но, может быть, не все знают, что это готовится настолько просто, быстро и легко. Обязательно приготовьте, поделитесь своими ощущениями. И если у вас есть какая-то идея, что еще можно добавить такого в эти огурчики, ну, там, хренка какого натереть или горчички подсыпать, обязательно поделитесь. Хочу какой-нибудь еще другой вариант огурчиков сделать. Друзья, подписывайтесь на мой канал, обучайтесь с удовольствием, давайте готовить вместе. А больше рецептов вы найдете в моих книгах, на моих мастер-классах, на моем сайте, ну и здесь, на YouTube-канале.